естественно, у нее есть 5-6 человек, которые, так сказать, входят в этот круг, его ближайшей, скажем, поддержки, психологического комфорта. Вот, эти люди будут включены. Но утверждать на 100%, что это будет так, все 9 человек россиян, я, конечно, не могу и не буду. Это не то, что там, понимаете, там, это не то, что мы что-то, ну, во-первых, действуем в интересах команды. Так как команда у нас немножко несколько переформатировалась, соответственно, выставлять всех россиян на живую деталь ради того, чтобы просто россияне ехали на живую деталь, этого не будет. Это невозможно просто. Поэтому будет.